заказаться углем. Заказаться углем. И все. Лада, у тебя ДПСер есть? Владимир. Владимир. Кот. Блять. А как он одет? Хорошо, нет? Ну, сколько там даст? 1005 даст? Такой себе. Такой себе, это значит 3000 даст. Так, выпала больничка, блять. Охуенная. И выпала. Сука, этот, какой молодец, нахуй. Это тебе на хила, нахуй. Ебать, теперь ты вообще 8 кусков нахуй на все, что есть, напяливаешь, блять. Сука, еще бы не 5 кусков падало, а 10 нахуй. Надо теперь сделать вару ханту шаману нахуй, чтоб там, блять, на туре комплект был, блять. 8 бонусов от комплекта нахуй. Сука, ебучая друида, блять. Как вот так, блять, сделать нахуй? Неужели не подкрутить, блять, эту хуйню, блять? Сука, аж бесит, блять. Мы подкрутили на хантовку. Вообще, я бы, знаешь, как сделал? Я бы вообще сделал, чтобы 3 токена сразу падало всех классов, чтобы, блядь, никто не, ну, не обижался, нахуй. Типа это реально, ну... В ЦЛК же вроде такое было, что 3 токена падают всегда. Ну, я не знаю, где это было. Блядь, пиздец, но такая хуйня. Главное, хант, нахуй, он, видишь, полутал эту всю хуйню, она ему нахуй не нужна. Ну, типа, ты можешь на ПВП, там, я хуй знаю, чарить, там, разные, блядь, эти тактики пробуют, а можно интеллект хуярить на ловкость, на силу атаки там нахуй. Ловерос покидать гильдию. Ну иди нахуй, значит. Это какой-то твинк, наверное. Ну, в смысле, этот, который гильдию прокачивает. Осторожно. Мораль прохиливаем. Всю хуйню, все хилы хуярим. Так, тут с контролем будет очень важно. Очень внимательно сейчас будем, например, чтобы не сдох, нам, чтобы мы время не тратили с вами. Вот видишь, уже сдох. Нахуй, не стой, сука, в милизоне. То же самое нечаянно, съеби от мобов подальше. Вы что, не вкурили, что ли? 20 метров от этих мобов, блядь, стоим. Видишь? Ларан от них отойдет. Еще бой, ты хуй телепортнешься сейчас, блядь. Большого моба, у которого больше хп, переключились, хуярим. В милизоне... Хапал тоже не стоим, вот только рога и мораль получает ДП, дамаг. Вам легче захилить, блядь, 2 цели. У тебя частица висит, ты хуяришь по роге, ну стопом. Хоть кто сдохнет когда. Вот. И тогда без вайпов, понимаешь, без смертей рейд проходится быстрее, блядь. Это вы должны понимать, эту простую арифметику. Если вы будете так похуистически относиться, блядь, как попало, позиционироваться, там, блядь, не понимать нихуя. Конечно, блядь. Рейды будут по 5 часов, нахуй. А рейды по 5 часов никому нахуй не нужны. Все будут ливать, блядь. Я люблю такие рейды. Ну хули, блядь. Я тоже любил, блядь. А когда вы поймете, блядь, с вами будет приятно ходить, понимаешь? Вам ничего не надо будет говорить, вас не надо будет тыкать носом. Шера упал. Кто упал? Шера. Ты что, это самая лучшая тренька в мире. Так. Рольте, а кому эта хуйня надо вообще? Это же в бабуина превращаться, нон спит роль, нахуй. Это тебе надо, в бабуина превращаться. Куда нахуй еще больше? Нормально, роллы. 13-16. Мало того, что ты урен, еще и я нахуй сам 2 метра ростом, блядь, 20 килограмм. 17. Так что в пизду ваши тринки. Короче, да. Вот она. Это притормозите. Здесь, значит, ману резайте пока. Значит, смотрите, тут моб, нахуй, вот этот ебаный приверженец, нахуй. Его, оба мага, давайте, овцу вытаскиваем, значит, звезда это всегда, давай по делу. И кто там еще, блядь, есть? А остальные пидоры не страшные. Ну, давай, знаешь, кружок, нон-спид, в овцу превратите. Звезда давай по делу, нон-спид, кружок, это ваши метки, запомните. Давайте в овцу, все то, что останется, хуярим. Давайте, вы первые кастуете, на счет 3. Подошли маги быстрее, подходите. Или там сам говори на счет 3, когда вы готовы там, блядь. 1, 2, 3, кидайте. 3. Все, отлично, и съебались. И остальную эту парашу хуярим. И еще важное очень. Неизвестно, сколько мы их бить будем, как бы, поэтому на тех, кого вы законтролили, в овцу превратились, смотрите. Как только заканчивается, типа, вы обновите овцу. Потому что... Овца ваша, она как бы железно контролит, моб ничего не делает, и это нам очень помогает.
без этого контроля мы здесь как бы вайпаться будем. Даже двух контролей, по идее, хватает. Да мы разнесем, они еще с контроля не выйдут. Ну да, как бы квест есть. Давайте звезду бьем, кружок переконтроль. Вот он сейчас сало даст, этот пидор ебаный. Уже сало бесполезно, да. Чтоб не получить сало, старайтесь от него, РДДшники, держаться на 30 метрах. Он вроде не должен достать по вам сало. Все хуйня, вот видишь. Линканулся пидор. Каст еще откидывается. Да, вообще, бля, пиздец. Все, стража ебаного хуярим. Со стражем тоже не стойте, там этот самый, только рога и там. Он вокруг себя удар грома дает, как вар. Это типа вар, страж вот этот. Так, блять, вообще можем, но я, ну, не знаю, я, блять, честно говоря, хуй знает, полчаса времени, блять. Смотрите, на половине хп этого моба вылезет элементаль. Надо будет бить его. Еще он берет в контроль. Человек, который берет в контроль, сова дальше вихрь. Человека не бить этого, не бить его. Эллада, значит, дай вихрь. Быстрее давай, эльфир, какую-нибудь хуйню стан, блядь. Потому что он нам звездопад даст сейчас, блядь, пизды получим. Я вот нечаянно дал на него глупо. Моба переключаемся. Когда моба убьем, щит с моба спадет. Так, контроль пошел. Не убить. Не надо убивать. Глыба вроде снимает. Попробуй глыбу. Нет. О, блядь. Да, снимали глыбу. Да, да, снимаю. Значит, хорошо. Блядь. Я такой нуб. Мне надо вытащить вот это, воля отрекшихся, нахуй. Лучше хоть как-то пройти рейд, хотя бы Т8 получил. Ну, блядь, то, что Хант получил 4 куска, я, конечно, блядь, привет, админы, нахуй. Сука, аж прям очко с этой хуйни горит. Вот как так, блядь? Только хотел порадоваться, что хотя бы хранители убили, блядь. А хардмоды, это уже, это серьезный подход. Это уже надо, чтобы вы четко знали, что делать. Все знали, и тактику, и свой класс знали. Тогда хардмод, это хардмод. Его сложно делать, даже если все знаешь. Надо все знать, что время боя будет каждую секунду. Значит, ставлю сейчас метки. Помните, значит, звезда давай по делу, кружок, второй маг. Так. Так, самое ответственное. Где этот пидор? Вот этот звезда. Подальше будет приверженец. Ебаный, он хилит. Значит, где следующий? Так. Кружок, значит, этот самый он спит. Пока не контролите. Сова, нечаянно. Ты будешь контролить всегда ромбики. Лок, ты будешь контролить всегда треугольники, это баны. Короче, я тебе треугольники не буду ставить. И сова, стражи, да? Стражи все твои. А лок, элементали все твои. Я на них не буду ставить, только буду звезду и этот кружок ставить. Вы своих мобов знаете. Все, значит, приготовьтесь, встаньте в рейдж. А я? Ты кружок контролишь. Кружок. Выбирайте, вот и все. Выбирайте свою цель. И на счет три все кастуем. Раз, два, три. Все, что останется, идет к танку, и мы бьем. Отлично. Душегуба ебаного. Это брелок. Это брелок. Душегуба ебаного захуяриваю. Ох ты, сало. Это вот этот пиромант ебаный. Кидает сало, хуй плет. Ладно, душегуба дохуярим, потом пироманта. Скачок. Ну это тебе не поможет, блядь, тварь. Захуяриваю. Переконтраливаю. Переконтролим. Миша, спаси. Просто в мелизоне пыткой хуярю, блядь, голову нахуй. Так. Разбанивай элементали, остальных в контроле продерживаем. Разбанивай. Элементали бьем. Если я магом играю, допустим, я смогу воин-охотник-шаман болтать таким
То есть стража бьем. Поддерживайте овцу. А кто это говорит? Маг это говорит. А что там было? Что за вопрос? Что-то смогу токены полутать? Какие? Ну, токены, допустим, воин, охотник, шаман смогу и взять шмот. Или не смогу. А как и... ты возьмешь, да, а дальше что? Ой, я распылю их. А, ты распылить хочешь? Ну, не знаю, честно. Блять, не знаю, не знаю. Сможешь ли ты их взять? Типа обменять вроде как-то можно, я не знаю, получится показаться у персонажей там. Не знаю, я так не пробовал. Не отвечу тебе. Вроде нельзя, да. Потому что не твой класс. Там, по-моему, их не видишь. Да, вроде просто их не отображается в магазине. Типа, там скрипт, какой класс у тебя стоит. Ну, показывает под твой класс. Да. То есть только покорителя будешь видеть, маговский токен. Так, резаем ману, резаем. В льде столько АД получаешь, что может быть там ожерелье покупать, блин, за 125 АД, да, пылить их, если нужны пропасть. Так, сова с локом своих мобов, знаете, сейчас звезду, и на одного мага, где там этот пидор, поставлю кружок. И сейчас тут второй маг есть, подождите, сейчас я найду этого пидора, где он? Сука, где он? А, вот он. Ну, ледяной маг, ледяной, да. Маг, я уже на него навелся, вот за парень, забей. Этот, твой кружок, смотри, черепок мы выдергиваем притяжкой сюда и в первую очередь его зергаем, потому что маг самая опасная хуйня тут. Понял я, что ты начал. Давайте, вставайте в рейндж, маги, локи. На счет три кидаем контроль, раз, два, три. Черепок выдергиваем, хуярим. Пацаны за мной бегут, пидор. Черепок выдергиваем, хуярим. Отлично. Оп, сало немножечко. Ждем, блять. Молимся нахуй. Лада, блядь, не сдохни нахуй. Сука. Хэпал, ты в одного. Давай. Сало проходит, захиливай нахуй. Сейчас мы этого пидора убьем. Контроль поддерживаем. И потом кто там еще сало. Мать моя женщина, нахуй. Отлично. Блять, зута, бабл хуярь. Вдруг еще какой-то дамаг прилетит в тебя. Вот, заебись, захиливаем. Пиздим этого пидора. Перебань элементали. Овцы обновите и корни обновляйте. Сейчас пироманта добьем, он сало кидает, этот пидор. Потом мы разбаним элементаля. Обновляйте контроль. Потом мы ладу лезть уже. Да заебал нематана. Так. Сейчас. Разбаниваем. Хуярим. Захиливай на всех, захиливай. Так, давай. Он добежал бы, наверное, на звезду, звезду. Этот, ну, спит, обновляй. С овцу там. Звезду хуярим. Я уже третий раз ее обновляю. Сало там ПКД какой-то в кастом давать. Не давайте ему это самое кастомить. Прям станы ему, вот эту всю хуйню сбиваем, а заебись. Мут сейчас дам, но. Так. Тварь. Ну давай. Давай ледяного. Похуй, ледяного ебашим. Корни обновишь. Ледяного. Корни обновишь. Ледяного пидора. Блять, у меня б 471 хп было. Ты бы вообще в соло, да, проходил? Я бы ничего не шотал, ла. Да, я бы символ пал бы нахуй. Я вчера просто нахуй понял, 3 часа сидел ДКшкой на йоге плюс 1. Ебать. Ну, из важного я там узнал то, что задача танка сбивать большому щупальцу автоатакой каст ослабления. Если он вешается, то минус 20% урона у всего рейда. Резайте ладу, резайте ману. И самое важное, вот когда танчишь. Ну это в принципе для плюс 0 нужно. Когда танчишь этих мобов в центре на первой фазе, нужно их подводить в сару, не самому в саре стоять, а подводить в сару, и чтобы миликам удобнее было в спину бить, потому что когда они в лицо бьют, парирование идет. А звездочка, ой, блять, звездочка, где там маг, кружок, этого пидора в первую очередь бьем. Сова с локом знает свои цели.
Подходите, готовьтесь к контролю. Где Лада, кстати? Он бежит, что ли? Подождите, отойдите. А, вон он. Блять. Готовьтесь к контролю. Что там? Что там? Что такое? Кто там? Заебали, звонить. Это. На счет 3 даем контроль. Раз, два, три. Хуярим череп. Ебали, до меня доебываться, ну. Ну чё, блядь, денег проебал, что ли? Вот. И на последней фазе, когда бьешь, там встаешь спиной к боссу. Тупо. И чисто на ЛПшках агришь мобов. Так, ну пироманта бьем ебаного, а остальное все в контроле держим. А чё он в вихре? Сейчас вихрь придет. Переконтролю демона. Ну, блядь, элементали. Ну, мы там чисто, я не знаю, ну, блядь, 100 тысяч оставили и не добились, сука. Вышел этот, босс кинул маяк на моба, а он 10 секунд, типа, если его не отвести с 20 метров от мобов и от босса, он, типа, в 20 метров вокруг себя хилит. Стража бьем. И хилит, и он, сука, захилит их нахуй, блядь. Мобов нахуй и босса, он, блядь. Со 100 тысяч до 2 лямов ему захилил, нахуй, мы просто упали. Мак, ты чё, на мою цель кинул нахуй по овцу, что ли? Прикалываешься? Ну, чёточку кидаю. Мне показалось, хоть какая. Да, походу, ты чё-то перепутал. Бьём этого, элементарно. У меня просто... Я обновил, а он слетел какого-то хера, блядь. А может, может такое быть, может что-то случилось, блядь. А может промахнулся, да? Может промахнулся. Нет, не получается. Давайте кружок бьем. Ой, этот. Звездочку тогда. Звезды. Короче, ладно. Переконтролим. Сидеть нахуй. Ага. Сука, я ж говорю, кто-то сбивает нахуй. В прошлый раз такая ж хуйня, наверное, была. Да ебаный в рот, кто в него швыряет там, чё, ребят, ну вы... Ну все, уже добивайте звезду потом этого пидора. Где-то у меня маны нет, нихуя. Блядь, да что он хилит? Я просто вижу, что-то полетело с рейда, короче, в круг нахуй. Добиваем, добиваем. Все, захуяриваем. Вот, ребят, а так... Вот мы тут как бы сидим, блядь, вам должно, ну я не знаю, блядь, это не в напряг должно быть. Ну как бы пришли, пообщались, да, там после работы, там, блядь. Ну если вы, ну с желанием играть в рейдах топовых, там хэмы, не хэмы, блядь, вы подготавливаетесь. Потому что когда вы приходите, ни хрена не знаете, это просто это тратить время. Есть у кого-то горное дело? У кого есть горная? Я не знаю тактику здесь за РДД. Сначала мобов убьем, давайте вот этого пидора бьем. С кого-то притянет. Отводи его вот сюда, это, камням к этим, что, потому что там моб, когда вздыхает элементали, он откинуть может. Босса, чтобы не откинул никого. Контроль не бьем, законтроливаем, дайте ему контроль. Лишнее хуярит, сука. На тебе эфир. Блять, да что за хуйня? Моба. Бьем. Чего хуя, блядь, меня притягивает, я тебе разрешу. Ой, ладно, пиздите, пацан. Не надо, не пиздите, блядь. Еще резать потом, блядь. Не надо никогда пиздить, блядь. 25-ки ребята угорают, типа пиздить, пиздить, но это тоже неправильно. Потому что. Мега взяло контроль, я чё-то по инерции гриб влупил. Типа вижу красный, хуба гриб, потом понял, что нет, отошел. У кого там горное дело-то все-таки есть? А хуй знает. Ни у кого что ли нет? У меня тоже нет. Ну, значит, кто-то свободный потом пройдет, зайдет, соберет. Да, наверное. КД словит, да, ради руды, блядь. Клинком пойдет. Если с проходкой, конечно. Хуярим. О, нихуя.
А точка КД? Рожу контроль дайте. Так, вихрь пока есть. После третьего вихря там фир. Нихуя. Не восприимчивость нахуй на мясорубке, блядь. Сука. Чуть не зарезал весь рейд, блядь. Так, еще контроль, не восприимчивость. Кто-то сопротивление ставит. О, моб в стене нахуй. Блядь. Элада, побегай куда-нибудь. Все, бьем этого пидора. Геодата вообще охуенная, да. Угу. Да ты не видел, это на юге. Это в Золотой Руби тоже первый босс, блядь, на стену залезет и все нахуй, ГГ нахуй. На йоге был у нас невидимое большое щупальце, а там минус 20% урона, прикинь. И пиздец, вайпались, блядь, два раза было. И бегать там под потолком, блядь. Так, ну рисаем ману, блядь. Метки никакие нахуй я вам ставить не буду. Значит... Я не знаю тут нахуй чё. Тебе что, увидел метка Безликого на себе, вот где премиум нахуй, метку Безликого увидел, она как морда мертвого такая выглядит, красненькая. Значит, ее вынести с рейда надо 20 метров больше. Потому что, нет, не Гер, пизду Гер нахуй, мы, во-первых, не успеем. Этот, значит, отпрыжкой, блинками и лок-портал ставишь. 4 человека быстро выносят, остальные медленно выносят, как бы. Как это, бегать от сокрушения, значит, вот где мы стоим, ржавейки бьем, туда будет человек описаться белыми буквами, темное сокрушение на мне, нахуй. Вы вот эту хуйню увидели, то место, где этот человек стоял, туда прилетит черная лужа, нахуй, оттуда надо отойти метров 15, нахуй, потом в нее зайти, и только в ней можно кастовать, вне нее ману не тратьте, мана здесь не резается, ну, будут облака такие зеленые, мы будем разбивать. Если вдруг у кого мана сядет, порез. Ну, в принципе, мы его просто захуярить должны. Так, все готовы, значит. Так, метка Безликого, говоришь, метка, да? Безликого, да. Ее надо влево вынести? Ее надо вынести... Вообще похуй куда, просто от рейда больше 20 метров надо вынести. Потому что, если... Ну, типа, блин, конечно, просто вправо или влево, куда хочешь, нахуй. И это. Понял. Не вправо, не влево, а назад вот прыгнешь, блин. Назад? Еще все, понял. Пойдешь вправо или влево, там будут люди, еще потом отхилишь босса. Нафиг она надо. Все, мораль, что ты начал? Сказал, я понял, что ты вот это вот. Рассируешь мою сторону опять. Так, сейчас я постреляю вам. Назад, нахуй. Назад, вон туда, нахуй. Там фишка в том, что сама метка человека не дамажит, на ком она висит. Она дамажит тех, кто вокруг 20 метров стоит. И с них хп по 5000 в секунду тянет. И хп это в 1000% восстанавливает хп боссу. Вот и вся фишка. Рога. Я хуй знает, мазать яд нет. Ну какой молодец с прицельным этим стреляй, который с 50% срезает хил. Значит, под боссом стоят Элада, Зута, Рога и Мораль. Со стороны Бринже. Ну, он спит. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Все, Мораль, иди прям. Что-то рановато поставить. Отошли. Подошли. Вот так летать нельзя. Когда научитесь не летать вообще, тогда будет хм. Бить только в лужу. Отошли. Подошли. Отошли. Я догнал. Метка выходит. Подошли. Метка заканчивается, возвращаешься к нам. Отошли. Подошли. Дай по делу стопни ДПС. Или разбрось. Да, сейчас я... Каст бейте. Ну блин, сбивайте касты, алло. Ты, кстати, тоже можешь сбивать каст. У и меня вообще... тоже ГКД уходит. Без... Что, блять? На сбива... это? Сбивание без ГКД идет. Заморозка разума. Метка вышла. Так, сокрушение отошли.
Оно в черепке. Черепок стоит, хуй забил. Встали в лужу в новую. Это ваша реакция. Вот это все вы должны понимать. Эти метки ставить нахуй. Отошли. Видишь? Летит туда, где стоял человек с черепком. Все замечательно, бьет. Отошли. Лужа упала, в нее зашли. Дамаг не ловите от сокрушения. Мед, крестик вышел, крестик вышел, крестик вышел. Быстрее, 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 быстрее. Отошли. И обратно зашли. Отошли. А как можно резать? Никак. Зеленый пар разбей и резай. Только в нем секунды 4 стой. И выходи. Это кто, Зута говорит? А как ты просил? А, я ж тебе не объяснял. Извини, блядь, братан. Ну, надеемся на его. Пусть Мили идет, от руки нам пригонит маму. Он и должен был в Мили стоять изначально. Он спит. Блин, пошел. Блин, блин, быстрее отсюда. Ты сам сказал. Это я самое. Это все нормально, просто я тебе не объяснил, как хилить. По дому поле. А их, короче, их откинуло ко мне и. Сокрушения отошли. Давай, Лада, Лока резай. Сова резай второго. Зута, разбей зеленую хуйню и 4 секунды постой в нем. Немножко маны порезается. Темное сокрушение под босса летит. Не идем туда, не идем. Подошли в звезду сюда. Подождем следующую лужу. Полгода. Даю гимн на ману, крестик выходи. Ты дамажишь весь рейд. Отошли. Говорю же, звезду и тут вообще. А, нихуя тут мана не регенится. Слово совсем. Отошли. Потом тактику прочитаешь на досуге, если тебе интересно. Может, хотя бы в десятки будешь ходить. Не знаю, добьем, нет. Давайте зеленую хуйню, пожалуйста. Вынеси метку, метку. Глыбой, кстати, скидывается метка сразу, моментально. Посиливайте, я понял. Еще ложимся, блядь. Блять, я видишь, ты не объяснил нихуя, Зута-то нихуя тут не знаем, блядь, пиздец. Ну ладно. Значит, Зута. Зута, Зута. Значит, здесь мана не регенится, это раз. Она регенится только в облачках. Мораль здесь играет через удары смерти, захват рун. Этот самый. Вот тут ты как раз вспышкой хуяришь. И как раз правосудие света только обновляешь. Обновляешь только когда оно начинает спадать уже с босса. Ничего не кастуешь вообще. Метки выносятся быстрее. Если этот самый. Старайся как можно меньше оверхила делать. Вообще нельзя здесь оверхила делать. Ты стоишь. Как... Ты это должен. Я это и делал, потому что услышал, что ты сказал, что здесь мана не регенится. Я, в принципе, печать кинул, и поставил да. Печать, которая. Вот. Теперь ты это сделаешь с пула, и ты будешь с фул маной стоять. Действие этого Эллады. Эллада, в принципе, понимает, что там меньше всего. Вот, допустим, ты увидел, метка кинулась. Метка в рейде какая-то долго выносит. Да, я скажу. Этот Эллада, значит, увидел, метка кинулась безликого в рейде. Она продамаживает. Человек моментально не выйдет сразу. Значит, маги глыбу отдаете сразу. Последующие блинки. Подожди, это самое. Значит, маги. Ой, блядь, Эллада, увидел, метка кинулась безликого. Хуйнул буйный рост разок. Все. Дальше смотришь, как рейд живет. Типа, не трать сильно. На танке смотри. Ты тоже никакие, ни ходки на него, ничего не вешай. Увидел, пробивает. Вот галерея Зута. Обвалившаяся галерея и налево по лестнице. Этот. Блять. Значит, и Лада, смотри, экономишь вообще по максимуму. Если ты видишь, что танк, это самое, босс там кричит, вот это во мне, там, кровь там, блядь. На первый он незыбку отдает. Дальше у него незыбки нет, у него кровь вампира будет.
Если ты видишь второй раз, он кастует, на мне эти черная кровь Йоксарона, на него хуяришь умножение, значит. Вот. И если он просел по хп, ну там треть хп у него там снесло, ты хуйнешь у него покровительство. Паладин то же самое. Если ты ни свет небес не кастуешь, он много маны стоит. Сначала даешь шок. Вот. И как бы, ну там, танк хороший, как бы, его не должно шотать вообще никак. Вот. Даете минимальный отхил танка. Танк хилится там сам захватом рун там и ударом смерти. Ну, как бы не в приоритете, но вы просто подхиливаете его. То есть вы на постоянку не кастуете, оверхила 0 должно быть. Вот. С меткой, с крестиком. Над башкой персонажа появляется крестик. Если вы не маг, не лог, не хант, выходите. Это вы должны смотреть. Не ждите никогда, блять. Вы не овцы, чтобы вас пастух постоянно водил. Смотрите, начинайте смотреть. Подбегайте, кто там последний, блять, бегут быстрее, бегите там. И все, очень просто. Этот самый. Случайно, Starfall. Какой молодец, у тебя же и есть этот прицельный выстрел, блять. Что там не знаешь, кажется, блять, что прицельный есть, но он, сука, не всегда висит. Сколько ГД у него и сколько он висит? Он 100% времени висит? 6 сек висит? Или висит 10? Так, висит 10, 6 сек КД, да? Сделай так, чтобы он всегда висел. Вот. Так он так делал, в ротации есть. Да, ну все, хорошо. Жрите рыбу, сейчас дам баф. Он же не привязан прицельно. Здесь основное, ребята, это выбегание с меткой безликого. Вот просто у него ренжа большая, 20 метров. Вы просто хилите босса, и мы его дольше бьем из-за этого. Тут хардмодом не пахнет. Плюс на хардмоде нельзя отлетать вообще ни разу. То есть, когда хардмод запускается, выходит элементаль. Если он настакивает на рейде плюс к урону от тьмы. А вот эта темная стрела, она от тьмы бьет и откидывает. И она просто будет у вас ваншотать, когда элементаль выйдет. Вот, а это уже вайп. Поэтому мы делаем изимод. Сейчас вы ману не проебете, я думаю, уже все нормально сыграете. Стоите в мелизоне там спокойно. Все, проверка будем, блять. Да, с самого начала не бейте, не кастуйте, пусть ждите, пока метка первая не упадет. Да, это правильно. Бить РДДшники только в лужу, но не знают. Так. Все готовы там были? Чуть не вижу, блять. Готовы все, да? Кузня, ну, подойдите, алло. Мораль. Подойдите. Подходите сюда, звезду, блядь. Где вы там дрочитесь? Лада, алло. Готовьтесь под босса бежать, кто там под боссом. Хилы и рога. Все, иди, пуля. Оп, немножко отведешь. Стоим, ждем. Не стреляй, хант. А, сейчас этой метки нету, видишь, тебе не надо урезать хил. Он не хилится, когда метки нет. Отошли. Сокрушение. Это вы уже сами смотрите. Звезда это так просто. Все, поехали, раскастовка. А, наплыл, понял. Ну, там ДК, в принципе, без наплыва. Пошли. Хуйня. Макс, стопни. Макс, смотри осторожно, лучше стопни. Чтоб срыва не было, босс не таунтится. Вот эту хуйню поймите. Мы выпадемся, блядь, за милую душу. Нам не метко, да. Все нормально. Два тика прошло по вам, блядь, или три. Ой. Сука. Отошли. Вы себе такую вещь поймите. Отбегать вправо или влево от сокрушения, без разницы, как вам удобнее. Главное, чтобы отбежали. Чтоб не отлетели. Вот оно упало, зашли. Нечаянно вышел. Отлично. Дядь. Отошли. Заходим, помажем. Отпрыгнул, красава. Идеально, блять. Вот только этим хантлином. Топовый, да?
Да. Искушение. Заходим. Может разъебать, да? А чё, споры не подбиваются? Вон у нас одна разбита. Ну как бы она не нужна нахуй. И типа... Сейчас мели пойдут, а потом мелики будут страдать. Да это похуй. Ну типа... Просто отведёшь босса и всё. Сокрушение сейчас, смотрите, полетит. Отошли. Заходим. Всё легко. Споры нужны вот эти слабому рейду, у которого не хватает, ну, мана типа высыхает, ДПС не хватает. Входим. Вот у меня, блядь, 9000 маны. Гимн как бы работает. Ну, пошли. Скоро метка, смотрим, вот крестик. Этот ушел Казер, отлично. И охуенно. Вообще просто охуенно. Не захилил босса вообще. И поскрушение. Вот это заебись. Вот это охуенно. Сейчас какое-нибудь говно выпадет и все, и разойдемся. Что-то не повезло и фартануло. Скоро метка будет, смотрите, босса не захильте особо, старайтесь вынести. Так, крестик, давай по делу. Глыба, быстрее. Скинул метку, видишь, как хорошо, блядь. Ну ты захилил босса охуенно, искушения отошли. Захилил босса, блядь, дохуя. Пол ляма ему, блядь, захилил. Все, 800 тысяч дает галуповым этого пидора. Два сокрушения и все, пиздец. Он спит, ну, иллюзии. Вижу своего агро, мораль, я это в стелс уходил. Понял. Оман потом перестает работать. Вот так вот, блядь. Так, что у нас здесь? На танка хороший плащ. Кто там, зуто надо тебе? Мораль не надо, нет? Ну, то давай мне. Давай, в принципе, лучше 213. Да, конечно, 213 лучше будет. Че, все что ли, разъебали, что ли? Все, разъебали ульду нахуй. Этот. Ну это и зимой. Мы их сплавалим, нахуй. Грудак надо, нет? Ну без дырок нахуй, нахуй не нужен. Говно ебаное. Не надо никому такой грудак. Все, ребята. Ну, так-то она заебанная на мага, на файра. Ну, блять, метка скрит лучше, нахуй. Все. В разы. Все, по возможности будем, блядь, ходить.